Заслуженный артист России, художественный руководитель мужского и академического хоров Калужской областной филармонии Вадим Игоревич Прикладовский. Здравствуйте. Добрый день. Как известно, 22 февраля в Калуге впервые будет представлено концертное исполнение оперы Сергея Рахманинова «Олега» по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыган». Вадим Игоревич, учитывая вашу занятость в качестве художественного руководителя двух коллективов, подскажите, как вы находите время на такие масштабные новые проекты? Ну, во-первых, я еще и солист филармонии. То есть это вообще прямая моя работа, участвовать в каких-то сольных программах, в концертах, где нужно петь арии или что-то, может быть, более простое. Это раз. Но, во-вторых, это очень интересный проект. То есть меня это заинтересовало как музыканта, потому что до сих пор мне приходилось только участвовать в концертах как исполнителю, ну, каких-то песен Шуберта, романсов Рахманинова или даже арий, но в спектакле как таковом, а именно предполагается оперный спектакль, участвовать еще не приходилось. Это очень интересный для меня опыт, и на это, конечно, никаких сил и никакого времени не жалко. А второе, то что это именно Рахманинов, это один из моих самых любимых композиторов. Оперу эту я прекрасно знал еще со студенческих времен, у меня были по дирижированию оттуда, почти вся опера была, в общем, когда я учился. Вот. Так что музыку, в общем-то, я уже и знал, ну, немножко, может быть, забыл, сейчас вспомнил. Так что вот два фактора, что это Рахманинов Сергей Васильевич и плюс, конечно, Пушкин Александр Сергеевич, которому только-только 220 лет мы отмечали. И то, что это просто очень интересная, новая для меня грань работы. Спасибо. Опера «Олега» проходила многочисленное количество раз на лучших площадках мира. Скажите, в чем уникальность постановки, которая будет представлена в Калужской филармонии? Ну, если говорить в масштабах всего мира, трудно нам быть уникальными, но для Калуги это действительно исключительный проект, потому что в Калуге опера в полном масштабе, целиком, своими силами, по-моему, не ставилась никогда, по крайней мере, на моей памяти, с 90-го года этого не было. Вот это действительно большое для нас событие и очень редкое, потому что солисты нашей филармонии, только они участвуют в проекте, и у нас замечательные солисты. И может позавидовать любая столичная филармония. Оркестр тоже наш, хор наш. Все полностью своими силами, но дело не только в том, что своими силами, а в том, что я уверен, это будет еще и на самом высоком уровне сделано. Потому что можно ведь своими силами сделать и как-то слабо, неинтересно. Вот. А здесь это будет действительно здорово, ярко, по-настоящему профессионально и талантливо, и вдобавок, насколько я знаю, у режиссера есть какие-то интересные задумки по поводу, собственно, сценической жизни вот этого спектакля в Калуге. Это будет особое прочтение оперы «Олега» и «Цыган» Пушкина, так что, я думаю, будет очень интересно.